Рост товарооборота и создание совместных производств. Как Минск и Вена намерены активизировать двустороннее партнерство? Узнаем в эксклюзивном интервью у посла Беларуси в Австрии. Австрия для Беларуси сегодня – это очень важный и перспективный партнер в Европе. Накануне визита президента в Австрию. Анализ из Вены от Вероники Буты. Беларусь громко и мелодично заявляет о себе с побережья Тихого океана. Как представила себя страна? Эксклюзивно для всего мира и специально для главного эфира. Ян Пашкевич с Экспо в Шанхае. Об экспортном потенциале импорта из Беларуси. А 10 лет назад вы давали мне интервью в Минске. Да? Круто. Выездной сюжет на поле премьер-лиги. В звездном составе наша Анна Эйсман. Вот так работает английская премьер-лига. Сразу же после матча в такие специальные боксы приводят телевизионщиков, игроков и тренеров команд, команды-хозяйки, команды-гостей. А далее мы ожидаем пресс-конференции и уже потом будем работать в МИФ-зоне. За самое эксклюзивное из этих кадров нам чуть не показали красную карточку. Вот так близко журналисты могут стоять и наблюдать за игроками команды. И, конечно же, отсюда игра совершенно приобретает иные краски. Вы увидите главное своими глазами. В воскресном эфире на Беларусь-1.